Добрый день, мои друзья! Сегодня мы с вами будем делать поделку из простых материалов для светлого праздника Пасхи. Осталось совсем немного времени, но так как мы сидим дома в связи с карантином, у нас нет возможности выйти в магазин, купить те материалы, которые нам нужны, поэтому смотрим у себя дома, что можно найти для этой поделки. А материалы очень простые. Посмотрите, вот такая пасхальная композиция у меня получилась, ну, буквально за полтора часа, может быть. Я не подсчитывала. Что здесь надо? Мы будем с вами делать сегодня вот такого цыпленка. Вот такого цыпленка из ниток, из шариков. Такой цыпленочек. Мы будем делать вот такую веточку вербы. Веточку вербы. Значит, яйца мы с вами делать не будем. Их можно будет взять настоящие, натуральные, покрасить или нанести, наклеить на яйца ткань, бумагу, фантики, все что угодно, все что у вас есть под рукой, обрезочки ткани, красивые фантики. И тоже это будет украшением для композиции. У меня есть вот такие еще пасхальные украшения. Ну, если таких нет, то можно взять обычные. И вот такая подставочка. Такая подставочка из обычной тарелочки. Тарелочки одноразовые. Бумажные одноразовые тарелочки. Также нам понадобится рулон от туалетной бумаги. Я думаю, что эти материалы у вас есть дома, которые вы можете использовать. Они очень просты и всегда нужны в доме. Всегда нужны в доме, но потом они выбрасываются. Можно их применить для поделки. Еще нам понадобится салфетка. Салфетка может быть тоже любого цвета, любого качества. Большая, маленькая, какую хотите. Что у вас есть под рукой. Не надо бежать в магазин и покупать дорогие материалы. Вот сегодня мы с вами будем делать такую композицию. И, конечно, в доме всегда есть конфеты. И от конфет остаются фантики. Они нам сегодня пригодятся. Такие фантики. Также нужны нам... Сейчас я вот так поставлю обратно эту композицию, чтобы она была красивая. Чтобы вы на нее смотрели. Это мы будем сегодня делать. А я покажу, какие еще материалы. Значит, салфетка, рулон туалетной бумаги, ножницы, фантики. Теперь нам понадобятся листы цветной бумаги. Листы цветной бумаги, разноцветной бумаги. Можно взять белую ксероксную бумагу или просто цветную. Также нам понадобится для веточки такие вот палочки, ватные палочки. Это мы будем прикреплять на веточку и делать вербные почки. Их можно сделать много, можно сделать немножечко. Также нужна шпажка, такая вот тоненькая, чтобы сделать саму веточку и на нее прикреплять почки. Понадобится карандаш, понадобится кисточка, понадобится клей, клей-карандаш и можно клей ПВА. Если нет такого большого, обычный клей ПВА тоже нам пригодится. И я думаю, что в каждом доме есть нитки. Конечно, у мамы есть нитки. Возьмите коричневые, можно зеленые. Можно серые, любого цвета, древесного цвета ниточки. Это мы будем обматывать вот эту веточку. Будем обматывать. Также нам
понадобятся вот такие диски, чтобы сделать цыпленка. Но если у вас нет таких дисков, как у меня, я покажу, как сделать диски из обычной пластиковой коробочки. Вот из такой крышечки можно сделать два диска. Вот так два диска мы обведем, вырежем и будем сюда наматывать нитки. Также нам понадобятся глазки кукольные. У меня много очень всяких материалов. Если у вас нет вот таких вот глазок кукольных, как я показываю, их тоже можно сделать очень просто. Для этого в доме есть таблетки. Вот с такими, в таких ячеечках. Обычные таблеточки. Их можно применить для глазок. Ну что, начнем. Начнем с туалетной бумаги. С рулона туалетной бумаги. Для этого вот такой туалетный рулончик. Он плотный, он большой. И очень удобно с ним работать. Вы берете линеечку, кладете от начала до конца. Получается 9,5 сантиметров. Отчерчиваете по 3 сантиметра от начала по всей окружности этого рулона. Делайте вот такие черточки по всей окружности. Мы его сейчас будем разрезать. То есть здесь получится 3 подставочки. Получится 3 подставочки. Их можно будет использовать для другого подарка. И все эти точечки соединяете в сплошную линию. Вот, очертили. Теперь можно взять макетный нож, можно взять ножницы. Ну, я попробую макетным ножом. Вот так прочерчиваете макетным ножом, прорезайте отверстие насквозь, пожалуйста. Очень аккуратно, чтобы не поранить пальцы. Вы прорезаете по линии макетным ножом. По той линии, которую нарисовали. И у вас получатся ровные детальки. Вот получается такая часть, заготовочка. И нам надо ее украсить. В каждом доме же есть конфетки и остаются фантики. Я для своей поделки взяла вот такой золотой фантик, так как у нас Пасха светлая, золотая, красивая. Я придумала взять золотой фантик. То есть он с этой стороны гладкий, а здесь бумажная основа. Бумажная основа, и она очень хорошо приклеится. Теперь мы берем клей, намазываем весь рулончик. Вот так промазываете. Хорошо, хорошо. И теперь берете фантик, вот этой белой стороной приклеиваете к рулончику. Аккуратненько разглаживаете. Вот я так вам поверну. Разглаживаете хорошо пальчиками всю поверхность. Получается, что у нас не хватает фантика. А нам надо заклеить всю окружность. Поэтому надо найти еще такой же фантик. То есть вот два фантика надо. Можно отрезать часть. Да, вот как у меня здесь маленькая часть. Опять берем клей, промазываем края фантика и приклеиваем кусочек фантика. Добавляем размер. Опять приклеиваем хорошенько на рулон. Вот, получилась такая труба.
Если что-то не приклеилось, вы можете промазать снова вот эти вот отвалившиеся кусочки. Проверьте, пожалуйста, все края, чтобы они не торчали. И хорошенько приклеивайте. Значит, рулончик у нас внутри. И мы заворачиваем внутрь края фантика. Вот так. И так как у нас вот это расстояние бобины маленькое, можно немножко подрезать фантик, чтобы он не был таким длинным. Вот отрезать лишнее и остальное подвернуть. Вот. И оставляем, как бы делаем донышко из остатков фантиков, вот как бы закрываем. Поставьте на стол и хорошенечко вдавите фантик внутрь. Вдавите фантик внутрь, чтобы получилось ровное дно. Ну вот, мы с вами справились с подставочкой. Сюда можно положить яйцо. Вот, посмотрите, вот оно уже входит. Да? Будем делать веточку. Будем делать веточку. Для этого нам нужна шпажка. Нам нужны ватные палочки. У меня здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, что 7 почек будет как раз хватит. Смотрите, вы берете палочки, они с двух сторон с ваткой. Возьмите 4, чтобы получилось 8 половинок. Ну, одну можно будет потом использовать в другом деле. Берете вот эту палочку и разрезаете ее напополам. Вот так разрезаете на две половинки. Разрезайте все эти палочки. Можно вот так приложить уже разрезанную палочку и отрезать. Половинки уже похожи на почки. Я хочу вам предложить их покрасить. Для этого вы берете любую краску, какая у вас есть в доме. Гуашь, акрил, акварель. Любую краску, но вот у меня акриловая краска желтенькая. Вот у меня вода. Разукрашивайте вот эти вот свои веточки. Пока сохнут веточки, мы займемся другим. Берем шпажки. Шпажку, одну шпажку берем. Есть острый конец у шпажки и тупой. Мы берем острый конец и надеваем половинку палочки на верхушку. Крепко-крепко туда посадить, чтобы она не слетела. Теперь каждую веточку. Каждую почку, да, вот из которую мы сделали с вами из палочек, нужно обмотать ниткой. То есть возьмите ниточку и вот таким образом вы обматываете ствол вот этой веточки. Теперь берете клей-карандаш и намазывайте краешек, вот чуть-чуть намазывайте краешек, приклеивайте эту ниточку, чтобы она не распустилась. И все вот эти вот наши будущие почки вот так вот можно обмотать.
верхнюю часть наматываем. Для крепости можно палочку тоже промазывать клеем-карандашом. И дальше наматывать ниточку. Теперь смотрите. Вы берете уже готовую почку и просто вот так прикладываете чуть ниже, вот так покажу, чуть ниже верхней почки прикладываете и обматываете прямо вместе с первой и вторую почечку. Вот так вот. Намазываем клеем чуть ниже, с другой стороны. То есть здесь, предположим, снизу, да, вот так вот я держу снизу, а здесь кладете сверху почечку и ее чуть ниже, чем вторая. И тоже так же наматываем. Смотрите уже, как получается у нас красиво. И так вы можете сделать не одну веточку, так вы можете сделать несколько веточек. Можно сделать много. Это по вашему желанию. Хотите сделать одну веточку, делайте одну. Хотите, чтобы на этой веточке было много почек, делайте много. Вот я сравниваю с этой веточкой, с первой. Посмотрите, вот длина шпажки. Вот такая. Вот эту лишнюю часть можно отрезать. Так, 15, 20 сантиметров. Вот 20 сантиметров такая палочка. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы поставить нашу композицию. И опять не забудьте закрепить нитку клеем. Не забудьте закрепить нитку клеем. Все, наша веточка готова. Вот она, смотрите, близко-близко друг к дружке все почки скрепились. То есть она вот еще не живая. Давайте мы ее сделаем живой. То есть очень аккуратно, вот так в стороны попробуйте перегнуть каждую почку. Очень аккуратно. Вот так вот. Отодвигайте в стороны. Вот готова наша веточка. Посмотрите. Здесь у меня зелененькая, а здесь у меня коричневая. То есть вы эту веточку делаете так, как вам хочется, как вам нравится, украшайте. Можно сделать много почек, можно сделать мало почек. 20 сантиметров длиной шпажка, я думаю, хватит. Вот такие у нас получились веточки. Надо сделать нам подставочку. Подставочку под вот эту красивую коробочку. Мы ее будем делать в технике модульная оригами. То есть мы будем делать подставочку. Для этого надо будет взять лист А4. Лист А4. Можно взять в перемешку, можно взять белый и какой-то цветной. Какой-то цветной, чтобы были разные. У нас разные окраски, да, разного цвета. Посмотрите, что мы делаем. Покажу вам на цветной бумажке. Короткая сторона и длинная сторона. Мы с вами сгибаем по короткой стороне напополам листок. Хорошенько разглаживаем сгиб. Можно взять карандашик. Можно взять ножницы и тупым концом, колечками вот так вот разгладить, чтобы было ровно. Можно сделать пальчиком.
раскрываем. И теперь верхний край ведем к серединке, к тому сгибу, который мы с вами сделали. Выравниваем. И точно так же разглаживаем сгиб. Переворачиваем. И следующий край точно так же заворачиваем внутрь. Очень аккуратно сгибаем, проводим ножницами, чтобы эти края были гладкие, ровные. Вот получился такой прямоугольник. Раскрыли его и теперь складываем длинная сторона с длинной. Вот так. Опять разглаживаем пальчиками, ножницами, что у вас есть. И точно так же край подворачиваем к середине. Край подворачиваем к середине. Опять разглаживаем ножницами, переворачиваем. И второй край тоже подворачиваем внутрь. И разглаживаем. Получился у нас листочек с маленькими квадратами. Теперь эти прямоугольниками. Теперь эти прямоугольнички надо все разрезать. То есть эту всю бумажку разрезать по линиям. Берем ножницы и ровно по линиям разрезаем. Таких прямоугольничков для нашей подставки надо 56 штук. Может быть и больше. Может быть и больше. Ну, можно сделать 60. То есть из одного листа получается сколько? Раз, два, три, четыре. На 4 16. 16 получается прямоугольников, а нам надо 60, то есть надо нарезать 4 листа. Можно нарезать 2 белых и 2 разноцветных. 2 белых и 2 разноцветных. Вот так вот мы с вами разрезаем. Все прямоугольнички по линиям разрезаем. Можно их сложить вместе. Вот смотрите, они у меня все одинаковые. Все одинаковые. Ну, я немножко приготовилась заранее. Я уже нарезала белые, желтые, красные и вот сейчас вместе с вами зеленые. То есть цвета вы можете выбирать разные, какие вам хочется. Теперь я буду показывать на цветных прямоугольничках. На цветных прямоугольничках буду вам показывать, как складывать эти формы. Берем один прямоугольничек. Есть у него длинная сторона, а есть короткая. Мы с вами складываем по короткой стороне прямоугольничек. И опять точно так же разглаживаем колечком ножниц. Посмотрите, все края у меня ровные. Вот это обязательно, чтобы формы в технике оригами всегда были ровные. Раскрыли, повернули длинной стороной к себе и точно так же сложили прямоугольничек. Вот, получается маленький прямоугольничек.
а здесь короткий, а здесь длинный. Теперь вот по длинной стороне, то есть сгиб держится вверху. И теперь, значит, вот как я называю, странички вот здесь, вот, да, вот эти две половинки, они открываются. Нам надо вот этот сгиб повернуть к средней линии. То есть мы с вами берем и вот так вот складываем. Вспомните, как вы делали самолетик, да? Как мы складываем самолетик? Начинаем ведь точно так же. Тоже из прямоугольничка складываем вот такую вот, делаем стрелочку, складываем стороны вниз. Получается стрелочка. Смотрите, чтобы вот здесь, где соединяются края, чтобы здесь было ровно, чтобы они совместились у вас вот так. Теперь переворачиваем на другую сторону. Здесь получаются вот эти короткие стороны, мы их сейчас тоже будем складывать. Для этого берем уголочек и заворачиваем к средней линии. Вот к этой линии загибаем краешек уголочком. Также с другой стороны. Вот. Получается вот такая форма. И теперь вот эти узкие стороны поднимаем вверх. Тоже загибаем. Вот. Получился такой треугольничек. Видите? И теперь вот эту сторону складываем внутрь. Загибаем вот так. Вот. Получается вот такой треугольничек. Вот чтобы вам было видно, здесь должны получиться вот такие отверстия. С одной и с другой стороны. Два отверстия. Получился такой прямоугольничек равнобедренный. Вот он может стоять. То есть уголки смотрят вниз и вверх. И стоит он на прямой стороне. И вот так нам надо сделать много-много, 65 вот таких форм. Давайте мы сейчас с вами посидим, потрудимся и пособираем вот эти прямоугольнички. Складываем аккуратно, не торопитесь за мной. Вы можете это делать медленнее, но чтобы они были ровные и аккуратные, эти прямоугольнички, эти треугольнички, чтобы были ровные и аккуратные, вы можете на столе вот так вот собирать. Можно в воздухе собирать, как вам удобно. Получаются такие треугольнички. Они называются модули. И если этих модулей собрать много, то можно сделать любую поделку. Например, для лебедя в технике модульной оригами нужно 150, нет, не 150, 700 вот таких модулей. Представляете, сколько надо собрать этих деталей, чтобы сделать лебедя? На вазу, предположим, если делать вазу, то уйдет около 1000 вот таких модулей. То есть самое главное, чтобы у вас был материал для работы. То есть самое главное, это собрать вот эти модули. Чтобы они уже были у вас, и чтобы можно было собирать уже фигурки. То есть на это уходит очень много времени. Ну, так как у нас карантин, времени у нас много, поэтому мы можем сидеть и собирать эти модули.
Вот тут еще немножко есть. Смотрите, что надо сделать. Самая первая деталь вот такая из трех модулей. То есть вам надо взять, предположим, одного цвета. Я возьму белую, чтобы было видно. Возьму белую и возьму желтую. Нет, лучше красную. Смотрите, уголок, уголок, прямая сторона, а здесь наклонная. Вот эта наклонная часть вставляется в отверстие сзади. Вот они, отверстия. Вот, чтобы было видно. Вот отверстие. И вот эти уголки, красную хотела, вот эти уголки, один уголок вставляется в одно отверстие. Вот так. Второй берем модуль, третий модуль берем и вставляем уголком, который ближе к среднему. Вот так. Вот получается такая фигура. То есть два лепестка смотрят в стороны, а вот этот белый один смотрит вперед. И вот таких модулей, такие модули мы с вами собираем. Так, беленькая вставляется, желтая и красная. Вот смотрите, у меня уже три модуля получилось. Специально я вставляю разные, чтобы вам было понятно. То есть вставляем сзади. Сзади вставляем в отверстие один хвостик. Вставляем в отверстие один хвостик. Вот получаются такие модули. А здесь у меня получаются желтенькие. Давайте сделаем один ряд. Посмотрим, что же у нас получилось. Красненькая еще есть. Можно поставить. Можно сделать всю белую подставку, можно сделать разноцветную. Как вам будет удобно, как вам понравится. И теперь смотрите, вот у нас заготовочки. Да? Теперь вот на эту красную половинку, мы надеваем модуль. Вот. Теперь вот на этот хвостик мы снова надеваем модуль. Получается в шахматном порядке, да? То есть одеваем сзади. Вот сзади я одеваю, вставляю модуль. И вот на этот хвостик спереди вставляю. Одеваем модуль. Теперь опять сзади. Вот эти три модуля как раз пригодились. То есть один сзади, другой спереди модуль. Вот получается вот такая звездочка. И так надо надевать все модули, которые мы с вами сделали. Они, видите, какие уже подвижные. Поэтому держите пальчиками и надевайте. Вот надели треугольничек, раз, закрыли. Вот. Вот так складывать очень даже интересно. То есть вот из этих уже готовых модулей собирать фигуры очень интересно. Мне так очень нравится сидеть, заниматься этим. Так, вот красненькая. Получается, что мы с вами собираем сразу два ряда первых. То есть они будут считаться первый и второй ряд. А потом
будем собирать третий. Вот, вот такая получается форма. Вот. Видите, какая она подвижная. Уже вот такая кругленькая получается. И получается, что внутри немножко красного, а второй ряд будет желтый. Вот чтобы вам не путаться, вы можете взять один ряд одного цвета, другой ряд другого цвета, чтобы не путаться. Вот внутренний ряд красный, а внешний ряд желтый. Внешний ряд желтый. Можно так сделать. Так. Держите вот так в руке, и вам будет удобно. Вам будет удобно все это собирать. Вот это белый надо вставлять. Вот так. Когда собираются вот эти вот модульные формы, они становятся крепкими. Они становятся крепкими, плотными, и они не сломаются. Вот видите, как получается. Опять берем красненький, складываем пополам, уголочком, переворачиваем маленькие уголочки, складываем. И заворачиваем внутрь. Перегибаем. Так, следующий. То есть самое главное нам собрать окружность вот этой нашей подставочки. Окружность подставочки, чтобы она поместилась в этом украшении. Получается очень здорово. Очень красиво. Так, смотрим, что у нас тут получается. Может быть такое, что вот видите, вот разлетелось. Может быть такое. Поэтому очень аккуратно первый и второй ряд собирайте очень аккуратно. Держите крепче, чтобы оно не развалилось. Чтобы это... Эта форма, чтобы не развалилась. Так. Немножко можно пальчиком себе помочь, чтобы это все открыть. Так вот. Немножко провести. Видите, я форму держу в руке, и она не разваливается. Я форму держу, она не разваливается. И вот так можно приложить. Вот видите, вот уже половинка готова. Давайте мы сделаем еще модулей. Когда вы собираете один модуль, конечно, сложно понять, как это складывается. Но когда вы сделаете их 60, то вы запомните, как это все складывается. И руки сами будут делать эти заготовочки.
пополам, потом уголочком, уголочком поворачиваете маленькие уголочки, согибаете внутрь и свернуть пополам. Опять очень аккуратно берем форму и вставляем, вот вставляем хвостик. Теперь берем желтый, вставляем его впереди. То есть видите, красный у нас внутри, а желтый у нас снаружи. Но здесь немножко беленький, я еще добавил. Ничего страшного, пусть будут беленькие. Опять вставляем красный. Сзади, вот внутри как бы получается красный, получается внутри. Вот вставили и прислонили, чтобы не рассыпалась вся эта фигура наша замечательная, красивая. Когда вы будете делать эти модули, то берите бумагу одного качества. Вот если она мягкая, как в моем случае, значит берите всю такую бумагу. Если она у вас жесткая или какой-нибудь полукартон, значит пользуйтесь только этим полукартоном, плотной бумагой. Если у вас бумага для ксерокса цветная, значит пользуйтесь только ей. Не смешивайте разную толщину бумаги, потому что фигурка будет неровная, и труднее будет складывать. Поэтому пользуйтесь бумагой одной толщины. Если у вас просто цветная бумага, значит берите просто цветную. Если у вас бумага специальная для оригами, есть такие квадратные листы, продаются в магазинах специальные для оригами, значит пользуйтесь этой бумагой, не смешивайте ее с другой, тогда у вас будет красивая поделка одинаковой ровности. Так, здесь получается много. Еще надо собирать. Ну, я думаю, у нас время есть, поэтому мы посидим, пособираем. Вы можете собрать, предположим, один красный, один желтый, чтобы ряд продолжался. Или можете сразу собрать несколько красных, несколько белых, несколько желтых, как вам будет удобно. Так. Вот желтенькие. У меня желтых, наверное, не хватит. Я буду продолжать зелеными. Но будет у нас разноцветная подставочка. Это очень хорошо. Берите яркие цвета, чтобы было приятно смотреть, разглядывать все это. Так, вот у нас фигурка. Сюда мы одеваем красный, на желтый, а здесь наоборот желтый на красный. И смотрите, чтобы вот этот угол прямой всегда смотрел вниз. Вот так. И все получится. Вот уже смотрите, как красиво получается у нас фигурка.
Сейчас еще пособираем немножко. Так. Ну как получается? Я думаю, что у вас у всех получится такая замечательная поделка, которую можно будет подарить и принести радость своим знакомым. Мы сейчас к знакомым не ходим, поэтому своим родственникам, маме, папе, бабушке, дедушке, кому, с кем вы живете, тому вы можете преподнести этот подарок. А подарок, сделанный своими руками, это самый лучший подарок, лучше магазинного. И все удивятся, что из таких простых материалов, из фантиков, из рулонов, рулоны мы все время выбрасываем, да ведь? А тут можно сделать такую поделку. Я вообще люблю делать поделки из бросовых материалов. Во-первых, не надо тратиться на магазин. Ай, сломалась. Не надо покупать дорогие материалы, а можно сделать из того, что есть в доме. Правда? И это очень даже здорово. Так, держим ручками и вставляем вот сюда в отверстие. Я специально поворачиваю к вам, чтобы вы видели, как я это делаю. Вы можете повернуть вот так к себе, чтобы вам было удобно. И надевать сюда вот эти вот детальки. То есть держите эту форму так, как вам удобно. Главное, чтобы она не распалась. Главное, чтобы она не распалась. Видите, какая она уже плотная, упругая. Вот. Вот уже у нас получается. Очень аккуратно. Сначала вот первые ряды надо очень аккуратно держать, чтобы они не развалились. Чтобы они не развалились. Не рассыпались. Так. Это у меня еще зелененький. Можно сделать вперемешку, предположим. Вот первый ряд вот этот красный, пусть он будет внутри. А второй ряд можно сделать вперемешку. Вот видите, белый-желтый. Потом пошли желтые. Можно так сделать. Можно придумать рисунок. Предположим, три зеленых, один красный. Или два зеленых, два красных. Или два желтых, один белый. Как хотите. Вы складываете, создаете рисунок, как вам нравится. Можете сделать, предположим, 5 желтых, один красный. 5 желтых, один красный. Ну, сейчас мы посмотрим, сколько здесь модулей помещается вот на эту окружность. Потому что в моей композиции бумага толще, плотнее. И там на нее ушло меньше модулей. А если бумага тонкая, то на нее уходит больше модулей. Как вот в этом случае в моем. Так. Все время примеряйте на вашу композицию. Вот видите, вот еще половина. Еще половина. Значит, я сейчас пособираю, а вы посмотрите. Ну, у всех получается.
Я думаю, что у вас у всех получится. Так, складываем и переворачиваем. Видите, какие у меня получаются ровные модули, прямоугольнички. С ними удобно работать. Главное, чтобы вот эти линии были жесткие. То есть хорошо-хорошо на каточках их разглаживайте. Вот так. Раз, раз уголочек. Все, получился модуль. Вот так вот я поставлю. У меня был сделан из этих модулей лебедь. Я нашла в интернете очень картинку с лебедем в технике модульной оригами. Но там он очень интересный. Не просто вот одна оболочка, а там как в матрешке три детали. То есть большой корпус, в нем поменьше и маленький, и очень красивая шея. Я загорелась сделать этого лебедя. Я сидела, собирала его, собирала эти модули, и у меня на этого лебедя ушло 1500 модулей. Вот представьте, как я сидела, собирала вот эти 1500. Это я не день собирала, не два, не три, может быть, неделю. Я уже точно не помню. Но собирала я очень долго. Зато потом у меня замечательная, красивая получилась фигура лебедя. Я его не разбираю, он у меня до сих пор стоит, уже несколько лет назад я это собирала. Очень интересная техника, завораживает. То есть можно найти в интернете модульное оригами с описанием процесса. И прямо по описанию вы можете собрать свои интересные поделки. В нашем городе есть мастер, который собирает поделки в форме, в стиле модульной оригами. У него такие очаровательные драконы, лебеди, вазы. Просто не передать. Он собирает из простой бумаги, из белой, да, и потом это все разукрашивает. Наносит краску, такие красивые получаются формы. Просто позавидовать можно. Модельное оригами — это очень интересно. Конечно, бумаги уходит очень много, но тем не менее получается красивая работа, интересная. Вот если кто любит из вас вот так вот усидчивость, развивается, кто любит из вас делать что-то вот такое мелкое и может сидеть на месте долго, я думаю, что у вас все получится. Очень развивает усидчивость, очень развивает моторику рук. Да, мелкую моторику рук, очень развивает эта техника оригами. Так что я вам советую заняться этой техникой. Посмотреть в интернете, какие могут быть фигуры,
что можно сделать в технике модульное оригами. И пока у нас внеплановые каникулы, можно освоить новую технику. Ну вот я сделала немножко еще модулей, думаю, хватит. Хватит на этого лебедя, на эту подставочку, но не хватит, значит, придется еще делать. Я специально поворачиваю так, чтобы вам было видно. Чтобы вам было видно, куда вставляются хвостики. Это не сюда вставляется, вот в это отверстие. Когда вы будете собирать, вы сами увидите, как получаются эти отверстия, как оно вставляется. Очень интересно. Вроде бы, казалось бы, бумага, да? Она такая мягкая. А оказывается, что она может держать. И вообще треугольная форма самая крепкая, да? Вспомните Эйфелеву башню. Она же сделана из треугольников, и она не качается. Вспомните вот такие большие конструкции, которые сделаны руками человека. Да, вот телевизионные вышки, Останкино, там, Эйфелева башня, мосты железнодорожные. У них у всех ограждения треугольные. Потому что треугольник – самая прочная фигура. Поэтому оригами тоже делается из прямоугольных форм. И она очень прочная. Она не ломается, она не сдвигается. И может стоять очень долго. Видите, как я раз вставила. Ну вот, почти половина осталось мне собрать. Чуть-чуть осталось мне собрать из этих прямоугольных форм. А вспомните еще, где можно применить треугольные формы. Вот подумайте, где можно применить прямоугольные формы. В колесе есть прямоугольные формы? В велосипедном колесе, как вы думаете, спицы, которые перекрещивают, да, окружность, они тоже идут крест-накрест, тоже крепкое соединение от серединки к самому колесу, да? Где еще есть прямоугольные формы? Ну-ка подумайте. Где применяются прямоугольные формы. Подумали? Придумывайте. Даже если поставить, предположим, кубик, он квадратный, да? Поставить его друг на дружку. Только заденешь, и он падает, да? А если взять в конструкторе треугольные формы, да, и их соединить, то это будет намного крепче, и ничего не сломается очень даже долго, да? Вот, пожалуйста.
То есть подумайте, где можно применить треугольную форму. Вот в технике оригами, да? Где еще? И вы можете в группе под этим видео написать свои ответы. Вот вам задание на смекалку, где применяются треугольные формы. Хорошо? Напишите. Мы будем очень рады вашим ответам. Так, у меня осталось совсем немножко. Вот зелененьких. Вот видите, сколько времени уходит только на одну подставочку. Сборка вот этих модулей. Но зато у нас получится очень-очень красиво. Очень красиво и очень оригинально. Получится у нас подставочка. Вот ни у кого такой не будет, только у нас. Даже если вот так вот сделать разноцветную, не чередовать, тоже получится очень красиво. Очень красиво получится. Так, тут что у меня получается? Вот обязательно смотрите, чтобы один модуль был сзади, а другой модуль был спереди. Тут вот мне одного не хватило. Внутреннего придется его сделать беленький. Хотела, чтобы все было одинаково. Ну, вы можете сделать все одинаково. Вот такая у меня получается форма. Смотрите. Такая вот гусеница получается. Может быть так, что вот они раскрываются, эти модули. Но когда они в собранном виде, они не раскроются. Они будут прочные. Все получится. Такая вот гусеница. Сейчас мы ее закрепим. Даже если вы сделаете два ряда, уже будет красиво. Уже будет красиво. И вот последнюю мы соединяем с первой. Сейчас. Открываем. Так. Смотрите, что получилось. Вот чтобы они крепко сидели и никуда не выскакивали, можно вот так поздвигать первый и второй ряд, то есть как бы вот приблизить, прижать друг к дружке. Можно вот так поставить подставочку, смотрите. Давайте вот так я оставлю, а вы добавите еще ряд. И у вас как раз получится, что подставочка будет смотреть вниз. Можно вот так сделать подставочку. Тоже будет очень красиво. Я, пожалуй, так и оставлю.
Так, вот подставочка у нас готова. А теперь нам надо сделать вот такого маленького цыпленка. Такого маленького цыпленка. Вот. Такого цыпленка я сделала смешного. Мы сейчас с вами попробуем его сделать. Для этого у меня есть, я вам уже показывала, диски. Сейчас нитку смотаю. Вот такие диски. Они разборные. Они продаются в рукодельных магазинах. То есть можно сделать большой круг с большим такой помпон большой можно сделать. Можно сделать помпон поменьше. Да? То есть вот это вот расстояние, он так-то вот будет большой. Можно сделать помпон вот такой маленький. Вот. То есть это вот в зависимости от размера. Какой вы хотите сделать помпон, вы выбираете вот эти вот детальки. И вторая часть такая же. Вот они две части. С одной стороны они гладкие, это диски. А здесь вот есть у них тут такая ступенька. Да? И с этой стороны такая ступенька есть. И они складываются ступеньками внутрь. А гладкой стороной наружу. Если у вас нет таких дисков, и вы не знаете, где их взять и что с ними сделать, возьмите крышку. Возьмите пластиковую крышку большую, приложите вот так вот. Приложите вот эти две части, обведите карандашиком. И просто вырежите. Вырежьте. Вот эти пластиковые формы. Они будут прочнее. Раньше, когда в моем детстве, мы делали такие заготовки из картона. Но картон, он быстро рвался. Рвался, ломался. Поэтому сейчас вот очень много возможностей. Сделать более плотные такие формы. Вот, смотрите. Вот из пластика получается такая форма. И их можно использовать несколько раз. Они не сломаются, не порвутся. Вот, получились две такие формы. С этой стороны бумажка. Теперь смотрите, надо вырезать вот это внутреннее отверстие. Возьмите маникюрные ножницы и проколите отверстие. И вырежьте вот эту маленькую окружность, вырежьте маленькими ножницами маникюрными. Вот получается такое отверстие. Можно даже вырезать чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше вырезать это отверстие. Тогда ниток можно наматывать меньше. Приложили. И вырезаем отверстие побольше. Вот. Вырезаем аккуратно по линии. Вот получились у нас
получились у нас два таких вот диска. Здесь вот картоночка, вы ее можете не сдирать, удобнее будет. Не будет скользить нитка. Не будет скользить нитка. Поэтому гладкой стороной вы ставите внутрь, а вот этой бумажкой вы ставите наружу. Вот получается такой круг. Если что-то неровно, подрежьте лишнее. Вот, получилась у вас такая заготовочка. Получилась заготовочка. Смотрите, как здорово, да? Можно купить в магазине такие диски, а можно сделать самим. Из крышечки. Прекрасно. Теперь надо взять ниточку. Ну, у меня цыпленок желтенький, а я хочу вам показать вот из таких. Можно сделать оранжевого, серого, рыженького, желтого, белого, какого хотите цыпленка можно сделать. Поэтому я покажу вам яркого цыпленка из этой оранжевой нитки. Смотрите, вы берете за краешек и вот так вот отматываете 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот, 20 длин отрезаете ниточку, 20 длин отмотали. И вот он у вас конец нитки. Я буду вам показывать вот на этой форме, а второй покажу на этой. Смотрите, вы берете ниточку, проталкиваете в отверстие и выводите сзади. Теперь пользуемся вот этой ниткой длинной, да? И здесь нам понадобится крючок, чтобы вытаскивать эту всю ниточку. И всю вот эту длинную ниточку мы протягиваем через отверстие. Вот сколько у вас есть. А можно сделать так, смотрите. Можно взять, сейчас сделаем проще, не будем так долго мотать, чтобы у нас ниточка получилась толстая. Мы берем и соединяем концы. Где у меня конец? Вот он. Соединяем концы. Вот. Делаем двойную ниточку. Так будет лучше. Делаем двойную ниточку. Очень аккуратно, чтобы не завязался узелок. Вот здесь вот надо раскручивать ниточку. Да? Вот она. Вот она двойная. Можно сделать четверную. Давайте сделаем четверную. Так. Вот. Нитка получится толще. Вот она четверная. И у нас быстрее с вами пойдет дело. Вот у нас готовая ниточка. Готовая ниточка. Вот конец и вот конец. Да, вот два конца. Возьмите этот конец, который с обрезанными кончиками. Вставляете внутрь все четыре ниточки. Вот здесь перехватываем. И теперь смотрите. Перекидываем вот эту длинную нитку назад и крючком подхватываем все четыре нитки. Придерживаем вот эту нитку, которая перекинулась, а этот хвостик вытягиваем. Вот. Теперь надо вот эту первую ниточку
Можно немножко вот так закрепить. Опять перекидываем, подхватываем ниточку, все четыре нитки вытягиваем. Вот так вытягиваем. Если что-то запуталось, постарайтесь распутать. Опять перекидываем через край назад, достаем крючком нитку, здесь придерживаем, хвостик вытягиваем. Так, опять перекидываем через край, через отверстие достаем все ниточки. Поддерживаем рукой. И вытягиваем ниточку к себе. Опять через край в отверстие. Вытягиваем ниточку. И вот так вот вы перематываете всю окружность, всю окружность. Но старайтесь, чтобы ниточки ложились рядышком ровно, не одна на другую, а рядышком. Вот у меня легла нитка, вот я положила следующую прядь, подхватила пальцем и вытягиваю. Вот. Опять подхватываю все нитки. Вместо крючка можно взять спицу, можно взять карандаш, ну что-нибудь такое остренькое еще, не знаю, проволочку, да, какую-то сделать крючком, предположим, загнуть. Если нет крючка в доме, можно найти все что угодно другое. Вот, видите, когда много нитки, получается сразу большое расстояние сразу закрывается. Видите, вот уже половинка. И вот так вот надо наматывать всю окружность, чтобы вот это отверстие, чтобы закрылось все полностью. С каждым разом вот здесь в серединке будет уменьшаться отверстие, и здесь придется немножко трудновато вытаскивать все эти нитки. Ну, я думаю, что у нас получится. Прикладываем к краю диска, к верхнему краю диска прикладываем нитку и обрезаем излишки. Эти ниточки не убирайте далеко, мы их используем. Теперь можно, предположим, взять эти ножницы и вот здесь между дисками, да, где они соединяются, начать разрезать нитки кончиками. Вот так. Можно взять маникюрные ножницы. Я приготовила маникюрные ножницы. Ими тоже очень удобно разрезать эту ниточку. То есть нижнее лезвие ложится как раз между дисками. И получается, что разрезают ножницы ровно нитки.
Вот так разрезаем нить. Все до конца. Все ниточки должны быть разорваны, разрезаны. Смотрите, если где-то что-то не разрезано, подрежьте. Вот. Получается такой шарик. Теперь надо его закрепить и снять диски. А как будем закреплять? Мы берем вот эту ниточку двойную. Двойную. Вот она. Соединяем вдвое. И проталкиваем ее между двумя дисками. Вот, видите? Чтобы они вот здесь вот соединились. Очень хорошо натяните. Нитка должна быть крепкая, чтобы она не порвалась. И начинаем завязывать. Смотрите. Узелок идет между дисками. Сильно-сильно-сильно завязали. Можно еще раз обмотать на другую сторону. Точно так же завязать. Крепко-крепко. И еще раз завязать второй узел для крепости. Вот. Получился такой шарик на дисках. Теперь нам надо снять эти диски. То есть мы их раздвигаем. Вот так. Если у вас бумажные диски, вы можете их просто разрезать. Просто разрезать и снять с этого помпона. Очень аккуратно, если у вас вот такие пластиковые диски, очень аккуратно снимаем, чтобы не сломать. Вот так. Вытягиваем как бы нитки, вытягиваем из отверстия. Немножко уже осталось. Можно вот так крутить, поворачивать. О, вот один диск я сняла. Теперь можно здесь держать вот этот хвостик и снимать второй диск. Очень аккуратно. Если у вас нет силы, вы можете попросить родителей, чтобы они вам помогли. И вот так вот снять диск. Тут, конечно, нужна сила, чтобы снять диски. Ну, бумажные очень хорошо, что их можно разрезать и спокойно снять. Снять с ниточек этот диск. Вот. Видите? Диски остались целые. Вот эти серединки. Чтобы не потерялись, можно поставить обратно. Очень удобные вот эти пластиковые формы. Очень удобные. Можно ими пользоваться. Вот диски я сделала из пластиковой крышки. Вот я когда снимала вчера снимала этот шарик, мне пришлось разрезать. То есть не жалейте. Пластиковых коробочек, наверное, много. Не жалейте, что здесь они разрезаны. Если у вас больше нет таких пластиковых форм, здесь можно обклеить лейкопластырем или скотчем бумажным вот этот разрез и использовать их снова. Ну что, продолжаем. Вот у нас получилась такая форма, такой бантик, да, на веревочке бантик. А нам надо сделать вот такой шарик. Что же надо сделать? Смотрите, вы держите вот за эту часть, где узелок, ниточку и начинаете вот так соединять нитки, то есть закрывать вот этот среднюю нитку, закрывать,
чтобы получился шарик. Можно вот так его потеребить, смотрите. Вот, чтобы он был кругленький. Видите, ладошку я как держу ковшиком, да? Вот, получился вот такой шарик. Можно потрясти. И вот они, два шарика. Вот даже видно, что этот шарик меньше, этот шарик больше. Да? Теперь посмотрите, у этого шарика нигде не торчат нитки. То есть он ровный. Он ровный, красивый шарик. А здесь у нас шарик лохматый. Видите, вот торчат ниточки, которые оказались длиннее. Вы вот так вот соберите в кучу. Соберите этот шарик, вот, чтобы здесь вот веревочка была здесь. Вот. Вверх поднимите все ниточки. Возьмите ножницы и сделайте стрижку. Сделайте стрижку этому шарику. То есть постарайтесь сделать его кругленьким, чтобы нигде нитки не торчали. Тогда у вас цыпленочек будет красивый. Вот. Вот. Есть еще... Вот смотрите, у этого цыпленка вот такие лохматости. Это пряжа другого качества. Это пряжа травка. Вот такая травка. Во время того, как вы обматываете нитку, в самом конце можно опустить эту ниточку при намотке. И тогда у вас получится пушистый цыпленок. Ну вот, два шарика у нас готовы. Даже видно, что один шарик поменьше, другой побольше. Видите? Значит, тот шарик, который побольше, будет туловищем. А тот шарик, который поменьше, будет головой. И вот такой у нас будет цыпленок. Что же надо сделать? Вот эти ниточки, я вам говорила, их не обрезать. Вы берете и просто связываете эти два шарика туго-туго. Связываете эти два шарика узлом. Эти ниточки. Посильнее. Вот, все. И вот эти хвостики от нитки надо обрезать. Обрезать той же длины, как у вас ниточки на шарике. Можно чуть поменьше. Обрезать. Смотрите. И вообще ничего не видно. Такой получился цыпленочек. Вот, все. Верхний шарик можно поднять вот так вот ниточки, а нижний наоборот опустить, он будет пушистый. Вот. Так, теперь нужно приготовить листочек красной бумажки, да, обычный. Это может быть вот тонкий картон, плотная бумага, или просто цветная бумага, маленький кусочек. Такой полоски хватит. Такой полоски хватит. И смотрите, что вы делаете. Сейчас мы будем делать клювик. Вот такой клювик. И лапки. С одной стороны, видите, белая, с другой красная. Красная. Красный цвет. Нам надо сделать, вырезать ромбик.
прикладываем, прикладываем вот так к белой стороне, обводим этот ромбик. Можно нарисовать просто от руки, вырезать, приклеить на белую с белой стороной, склеить и перегнуть пополам. Получится вот такой клювик. Теперь надо сделать лапки. Точно так же вы можно даже и не рисовать. Понимаете, можно просто, вот у меня заготовочка, такой треугольничек вырезать, треугольничек, и потом сделать лапки. Вот так нарисовать лапки. Видите? Или можно от руки просто нарисовать, потом вот здесь на красной стороне, и вырезать вот эти уступчики, да, пальчики сделать. Теперь мы берем клей карандаш, намазываем белую сторону и приклеиваем на белую сторону полоски. Вот так. Вот, смотрите. И теперь обрезаем лишнее. Вот, получается такая заготовочка. Можно приложить первую детальку, приложить ко второй, обвести вот эти выступы и вырезать. Все, у вас получится одинаковые лапки. Вот эта лапка у меня уже склеенная с двух сторон. Я просто вырезаю. Видите, получились две лапки. Теперь вот это надо склеить вторую часть. Вторую лапку я намазываю клеем. Хорошенько промазывайте края и соединяете две детальки. Получилась лапка. Если видно, что здесь торчит белая сторона картона, можно это все подрезать, выровнять, чтобы белых мест не было видно белой стороны. Подрезаем. И получатся у нас две лапочки, вот такие маленькие, с тремя пальчиками. Лапка раз, лапка два. Видите? Вот такие две лапочки получаются. Теперь клювик. Вырезаете ромбик. Складываете его пополам. И опять подрезаете белые стороны. Вот. Видите, был ромбик. Сложили, получился треугольничек. Можно взять вот эти обрезочки, да, которые у нас остались, намазать одну сначала сторону клювика и приклеить с внутренней стороны, приклеить картон.
И когда цыпленочек будет открывать рот, у него не будет видно вот этой белой стороны, а будет тоже красный ротик. Можно внутри сделать желтенький, предположим, картон взять, а снаружи сделать красный. Потому что цыплята, они еще не очень сформировались, то есть они маленькие, и у них клювики желтые. Поэтому всех маленьких цыплят называют желторотиками, потому что у них желтенькие внутри вот эти клювики. Вот, смотрите, получился вот такой клювик. И вот такие лапки. Клювики, лапки. Сейчас я уберу лишнее. Теперь у нашего цыпленка есть еще глазки. Но эти глазки покупные. Эти глазки покупные, они продаются в промтоварных магазинах. Но сейчас мы пока не можем идти в промтоварный магазин и купить такие глазки. Мы сделаем их сами, своими руками. Для этого нам понадобится. Я думаю, в каждом доме есть лекарства, да, таблетки, которые хранятся вот в таких контейнерах. Есть контейнеры большие, а есть контейнеры маленькие. Вы можете взять маленькие вот такие контейнеры, да, от таблеточек. Смотрите, я их выравниваю чем-то. У меня крючок есть, можно палочкой. То есть внутри проглаживаю внутри вот эти вот таблеточки. Вот. И глазки получатся маленькие. Такие маленькие глазки получатся. Можно сделать большие, но это очень большие глазки. Смотрите, что вы делаете. Вы берете какой-то темный цвет бумажки. Темный цвет бумажки. Это может быть цветная бумага, это может быть фантик, вот как я сейчас вырезаю, все что угодно. Можно взять цветную бумагу, конечно, это будет лучше. Смотрите, здесь белая сторона, а здесь темная. Берем, промазываем белую сторону. Промазываем белую сторону этой полосочки и соединяем вместе. Приклеиваем, склеиваем вместе вот эти две половинки. Получается, с двух сторон она темная. Вот. И теперь еще раз можно сложить. Еще раз можно сложить и вырезать кружочек из этой маленькой полосочки. Вырезайте кружочек. Возьмите маникюрные ножницы и вырежьте кружочек. Очень аккуратно. Вот. Получились два кружочка. Вот такие два кружочка. И эти два кружочка можно вставить вот в эти ячейки. Вот в эти ячейки. Вот так. Вот получаются глазки. Теперь берем ножницы. Отрезаем. Видите, там видны глазки. И закругляем вот эту часть, на которой находятся эти диски. Закругляем.
Все прекрасно. Теперь надо взять картон или просто бумажку, беленькую, промазать вот эту заднюю часть формы, и наклеить на бумажку. Вот смотрите, получаются такие глазки. Замечательные. Теперь берем ножницы и отрезаем. Отрезаем бумагу. Очень удобно. Сразу два глазика получаются. Вот смотрите. Получилась такая форма. А сзади вот эти зрачки держатся с помощью бумаги. И потом эту бумажку можно приклеить. Вот так. Приклеить на голову. Здесь тоже надо промазать. Можно взять клей ПВА. Можно взять клей Момент прозрачный. У меня есть клей вот такой Мастер. Очень хороший клей. Он намазывает, то есть намазывается задняя часть. Хорошенько все. Все края промазываются. Вот. Смотрите, где вы хотите сделать глазки для цыпленка. То есть раздвигаете на верхнем шарике, раздвигаете ниточки вниз и вверх. Вот здесь будет лобик, а здесь будет нижняя часть, клювик, да? Вот. И берете эти таблеточки, эти заготовочки, приклеиваете. Вот. Прямо приклеиваете прямо на ниточки. Можно немножко придавить. Получается вот такой глазастик у нас. На совенка похож. Ну, пусть будет совенок. Можно, пусть будет цыпленок у нас с такими глазками. Можно разрезать эти формы. Можно сделать по отдельности и приклеить, вот как здесь у меня глазки по отдельности. Можно приклеить. Вот так очень просто можно сделать глазки. Сейчас мы будем приклеивать клювик и лапки. Смотрите, вот у нас форма клювика. А вот этот я возьму. Вот она, форма клювика. Вы берете клей ПВА Момент. Вот этот вот такой у меня клей Мастер есть. И наносите клей на ребро, которое сгибается. Вот, немножко с одной стороны, немножко с другой стороны. Вот, не надо весь клюв намазывать. И теперь раздвигаете ниточки под глазками и прижимаете этот клювик. Вот так, немножко его соединить, чтобы он не широко открывался. Можно вниз немножко надавить. И прямо придавите, вот видите, я соединяю, придавливаю к ниточкам. Вот получился клювик. Все очень просто. Такой смешной получается у нас цыпленок. Смотрите, чтобы он лежал ровно под глазками. Можно еще вот так вот пройтись пальчиком по клювику.
Вот такой получается цыпленок. Веселый, улыбается уже. Смотрите. Теперь нам надо приклеить лапки. Что мы делаем? Вот здесь нижняя часть цыпленка. Разровняйте вот так ниточки, чтобы здесь было гладко. Вот. И приложите эти лапки так, чтобы они, пальчики немножко выставлялись. Можно даже вот на самый краешек приклеить. Вот. Теперь берем клей, намазываем одну верхнюю часть, предположим, на одной ножке и на другой ножке. Намазывайте так, чтобы вот расстояние было одинаковое. Вот. Вот я нанесла клей. Теперь вот так их надо соединить. И смотрите, где клювик. Так вот я сейчас поверну. Вот так я соединила вместе лапки. Можно даже немножко подальше, чтобы между лапками было расстояние. Вот так можно даже приклеить. Смотрите. И ставим цыпленочка на эти лапки и прижимайте ниточки. О, замечательно. Замечательно у нас стоит цыпленочек. Вот такой. Вот и все. Смотрите, как просто можно сделать цыпленка из помпонов. И сколько всяких вариантов, где можно использовать эти помпоны. Вот такой цыпленок. А мы с вами продолжаем дальше. Сегодня нам надо сделать тарелочку. Тарелочку украсить. Подставочку мы уже сделали. И нужно собрать еще вот эту подставочку в технике оригами. Вот этим мы будем сегодня заниматься. Смотрите, у меня есть тарелочка. У меня есть уже готовая подставочка. Да? И где-то у меня были салфеточки. Ладно, нет салфеточек, значит, будем обклеивать фантиками. Это тоже очень интересное занятие. Будем обклеивать фантиками тарелочку. Смотрите, фантики всякие разные, разноцветные. И мы их будем приклеивать на тарелочку. Берем клей, карандаш и намазываем тарелочку клеем. Хорошо. Вот так вот. Все вот эти вот ребристости, да? Все это намазываем. И смотрите, просто приклеиваем фантик и разглаживаем его. Вот так разглаживаем его. Этот фантик. Вот. Смотрите, как все будет блестеть, как все будет красиво. Теперь намазываем фантик уже и следующую часть тарелочки. С
следующую часть тарелочки. Берем другой фантик. Пусть у нас будет разноцветная тарелочка. Это очень даже хорошо. И опять хорошенько пальчиками приглаживаем весь фантик. Здесь вот если отходит, не приклеился фантик, подмажьте и опять разгладьте все. В детстве хранили золотинки от шоколадок, а когда шоколадки съедались, то эти золотинки получались скомканные. Скомканные. И мы вот так вот пальчиками вот так вот разглаживали все золотинки. Раньше у нас было так, что мы собирали фантики, открыточки, и все это у нас береглось. Так разглаживали. Смотрите, желтый, красный, да? Теперь можно сделать зелененький. Зелененький фантик вот так положить. Давайте мы намажем фантик сначала. Клей-карандаш. Он очень хорошо приклеивает всякие поверхности. Он даже может ткань приклеить. Намазываем тарелочку. Клеем карандашом очень хорошо работает, что он не пачкается и крепко держит все поверхности. Разглаживаем пальчиком. Так. Вот уже три фантика у нас приклеены. Так, теперь нужно взять вот такой фантик и приклеить сюда. Так. Вот. То есть намазывайте половинку. Ну, не половинку, а ту часть, которая будет приклеиваться на тарелочку. Та часть, которая будет загибаться назад, ее пока не обязательно приклеивать, намазывать клеем. Опять намазываем тарелочку и приклеиваем фантик. Хорошенько разглаживайте все края. Хорошенько разглаживайте весь фантик, чтобы он ровненько лег на тарелочку. Вот так. Четвертый фантик, да? Берем еще один фантик. Вот у меня еще такой зелененький есть. Можно приклеить. Давайте. Попробуем такой фантик приклеить. Если вы будете клеить, обязательно положите на стол или клееночку, или какой-то коврик, чтобы не запачкать стол. Да? Чтобы все было чисто, аккуратно. Можно взять одноразовые салфеточки, чтобы вытирать руки. Приклеиваем второй, еще один фантик. Опять все разглаживаем хорошенько. Вот еще один фантик. Так, вот такой фантик можно приклеить. И вот так, смотрите. Ой, как красиво получается. Попробуйте. Вот такого ни у кого не будет, только у вас. Такой интересной тарелочки. Из фантиков никто не делает. Только мы с вами так сделаем. Правда? Вот. Еще один фантик.
И последний вот кусочек остается, тоже его приклеиваем. Тоже его приклеиваем. Можно разгладить немножко фантик. Намазать его клеем. Намазать остатки тарелочки. И приклеить последний фантик. Вот. Посмотрите, как красиво получилось. Ярко, красочно, блестяще. Как раз подарочная тарелочка у нас получится. Вот. А эти края мы загибаем на обратную сторону. Здесь можно промазать все края тарелочки вот так. И просто загнуть фантики на клей. Вот. Получается такая красота у нас с вами. Осталось немножко. Здесь можно немножко присваривать фантик, чтобы он хорошо прилип, приклеился к задней части. Можно сделать складочки. Здесь можно пустить, предположим, какую-то полосочку, да, из цветной бумаги, чтобы закрыть вот эти все края. Сейчас мы это придумаем. Вот. Посмотрите, если у вас где-то отходят фантики с верхней стороны, просто подклейте. Такая красота у нас с вами получилась. А здесь можно взять бумажку. Можно взять бумажку. Можно взять, знаете что? Можно взять даже ниточку, которую... Давайте я попробую ниточку, которая у нас была от цыпленка. Сделать вот такой жгутик. Такой жгутик. Да? И вот так сюда по краю приклеить. Вот, будет очень даже оригинально. Сейчас мы это все сделаем. Промазывайте клеем. Вот этот я возьму клей «Момент» или клей ПВА, но я хочу вот этим клеем. Наносите клей на край фантиков.
И приклеиваете этот жгутик прямо по краю фантика. Опять скручиваете, наносите клей. И приклеиваете ниточку. Опять скручиваете, наносите клей. Надо, чтобы все было красиво, чтобы все было оригинально. Чтобы все наши вот эти вот неровности были закрыты. Так. Продолжаем все это приклеивать. Чуть-чуть прихлапываете ниточку, прижимаете пальчиками. Так вот. Вот. Ниточка еще осталась, можно второй ряд внутри провести. Можно не руками, а вот чем-то палочкой или спицей, или вот крючок я взяла, смотрите. И рядышком с предыдущей ниточкой вы приклеиваете другую ниточку. Скручивайте немножко, чтобы было красиво. Так, осталось немножко. Скручиваем ниточку и прикладываем. Берем клей, если здесь не промазано, и опять все промазываем. Здесь у меня одна ниточка короче другой. Просто подрежьте, приклейте края. А это можно еще раз скрутить и приклеить. Ну вот, подходит наше занятие к концу. У нас собрана с вами тарелочка, собрана подставочка из оригами, подставочка под первую подставку. У нас сделан маленький цыпленочек. Мы с вами сделали веточку вербы. И можно добавить вот такие пасхальные яйца для композиции или вот такое яйцо на палочке. Сейчас мы это все будем собирать. Смотрите, что мы делаем. Подставочка приклеивается к тарелочке, то есть наносим клей. Здесь должен быть крепкий клей, или это момент, или вот как у меня клей мастер, вот такой у меня есть прозрачный, или строительный клей ПВА. Какой у вас есть крепкий клей, вы наносите на донышко толстым слоем, обязательно края хорошенько промазывайте. И приклеивайте на серединку тарелочки. Внутри можно пальцем придавить фантик.
получилась вот такая подставочка. То есть она приклеена. Теперь берем готовую подставочку из оригами. Здесь можно ее просто одеть и поставить, чтобы потом снять, а можно ее просто приклеить. То есть вы переворачиваете прямыми сторонами к себе и в нескольких местах наносите клей. Вот так, точечно. Придавливаете к тарелочке. Вот, придавили. Все. Вот у вас получилась такая композиция. Конечно, клей засохнет не сразу, где-то минут через 5, но пока мы успеем это все сделать. Теперь у нас есть веточка. Я уже покрасила желтым почки. Ее можно поставить вот сюда, между подставкой и подставкой оригами. Вот так можно поставить. Яйцо у меня маленькое, поэтому внутрь подставочки я просто подложила бумажку, чтобы было видно яйцо. Вот, пожалуйста, яйцо. Веточку можно сюда поставить, внутрь. То есть украшайте, как вам хочется, как вам нравится. Можно положить такое яйцо, поставить, предположим. Можно разложить обычные яйца, которые будете красить, можно сюда на блюдце положить. И последнее мы ставим с вами цыпленка. Цыпленка. Вот у нас готовый цыпленочек. Его можно посадить вот сюда с краешку. Вот, посмотрите. Композиция у нас готова. И все у нас с вами получилось. Смотрите, сколько здесь много техник. Аппликация. Создание помпонов. Да, обматывание нитками, оригами. То есть здесь несколько техник рукодельных. Несколько рукодельных техник. Их можно применить и сделать вот такую композицию. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником Светлой Пасхи. И я надеюсь, что вы сделаете такую работу и покажете нам, что у вас получилось. Вот у меня получились 2 работы. Делайте, как вам хочется, как вам нравится. Всего хорошего вам желаю. Вам желаю творческих успехов и свершения всех-всех-всех ваших задуманных желаний. Все, пока-пока.